Ну, в общем, привет. Сегодня 15 июня. У меня сегодня день рождения. Вот, собственно, я подъезжаю к слету. Благо, это вообще было близко и недалеко. С днем рождения тебя, Андрей! Спасибо! Судак нетивявый! Сейчас я подожди, Володя, давай, привет! Здравствуй, уважаемый! Сейчас! Домой хочешь? А чё так? Приехали. А когда вы приехали? Забыл уже. На зарядку становись. Кому вы не? Там от другой стороны ждем. Опа, вот он, фотограф. Днем рождения. Здорово. Привет. Что надо сказать-то? Маша, доброе утро. Тут лежит тело. Здорово. Спортсмены! Разрядники! Раз! Давай, заряд! Во! Пьяная, одевай всем. А чего одевать всем-то? Зачем? Они не снимаются. А чего? Че, водку потеряли? Потеряли это как-то. Ее и не находили для начала. Да, я тебе что, должна особое приглашение. А ты просил? Ты не знал, конечно, что надо с утра пить. Я не знаю, чего с утра пьете. Ты пробуждение у вас тяжелое у всех. Ну, как это? Да не надо это показывать. Надо, Саша, надо. Че ты схватился за щетку? Давай. Значит, диета. Ползи. Не надо. Вот, бать. Давай, закрывай. Гафром привык. Я нифига себе. Александр дает. Это мне Оля. Саш, там Нил. Ил, а не Нил. Может быть и Нил.
Давай, Саш, давай. Вода такая холодная, что сразу очнулся. А я тебя моргаю! Сейчас все влазит. Утром особенно. И вечером. Вчера, да, наверное, вы. Вчера, не позавчера. А еще и позавчера было. Не, вчера я... Всех последний да. Есть. Да. Еще поставь. Ну, можешь поворачивать? 5 литров виски. Миша! Иди сюда! Опять не поворачиваться. Что хочешь, сделай, Надь. Сами легли, вот и лежите. Ты ошарашил? У мамы спроси. Чего? Так ошарашил, даже не знаю, как тебе это. Какой подарок? Знаешь, что я тебе сделаю? Перевернусь. Как можно пить? Мороженое ешь, не расставишь. Что? О, крем брюле. Ап. Денис Владимирович. День рождения. Ешь, как подушка. Ты давай свои глаза видел? Порядочно. Не, не будем сейчас. Нет. А, какой сможет найти? На стол, ты, ёп. На доску. Закинь до зала. Дети идут. Мне надо так, чтобы туда смог залезть. Спасибо, Никита. Итак, пойдем. Владимир Викторович. Оу! О! У Ромы свой браслет! Он как бы вместо рыбы ловит ботинок. Нет, да? То есть ты должен вытащить. Позвони мне на телефон. Ты сможешь это сделать? Крачник невозможно. Ему это. Бабу поставить. Я побежу на нервы. Я что, буйный? Целоваться нервный, буйный. Сидит носом. Смотри, давай. Ну хочешь, я тебе стол включить с головой? Капюшон, капюшон его тоже одень. И противогаз. Подожди, стой, подожди. Ни хера бицепсы какие. Смотри, какие бицепсы. Учить такой на них. Вот это что-то. Ты прыщ, скачивший у меня на носу. Опа! Лёш, давай посерьёзней. Серьёзное мероприятие. Соберись. Крепко. Мальвина, что ли, какая-то? Юбку пока не буду. А ты давай изображай что-нибудь. Семечки грызи или что там, ну не знаю. Да просто ковыряйся, как обычно. Саны на сапоги, а речку почистил, и мальков туда забыл. Я же фильм делаю, Володя. Можно детей всех собрать? Можешь... Ну что ты грустно машешь? Миш, ты малек, Миш. Все. Вот это уже ботинки вечером. Пинай их. Согласился, пошло, поехал. Вот. Я лишний раз не пошел. Я хочу попробовать. Пошли купаться, Коля. Купаться. Ешь, что нет, холодно. Буду. Пока разлился, я только вернусь. Водоемы, именно водоемы, да? Ну, водоемы, а я работаю в отделе контроля, я проверяю соответствующие проектные градации нашим требованиям. Я так поздно говорю, что...
А что поздно говорить? Мы же, нет, Саша, мы уже... всем же кричал же. Так что нет, ты имеешь в виду. Ну, громкая соседи, подсекай, есть! Нормально. Она на природе делает. Поешьте. Там мороженое есть. Мороженое классное, но... Когда ешь, мы приезжаем... Ты порезать? Может, порезать? Порезать тебе мороженое? Будет? Вот. А я не говорю, отдай как его. Оля, купальник тебе лучше, чем в джинсах. Чем что? Чем в джинсах. Самый сложный. Подумала, взяла три, думала, на рост столько, видишь? Гражданку взял, это взял. Семейки, как шорты почти. Проблочили семейки, похоже. Нет, что, я уже ел маленькую такую. Пакет у меня вон до дури, это упаковка. А? Побед. Автоматом. Грудную клетку. Крому как не снимаем, он жрет все время. Я ем. Не говори. Тойота, не стоят. Сейчас из кармана там будет. Ты сейчас? Нет! Юра, Юра, Юра! Лучше всех фигур! Давай. Я стараюсь. Тебе будет. Хорошо получается. Штрафные будут. За что? Догнали. Давай, не отдыхай. Молодец. Я прямо вас ненавижу. Смотрю, думаю, наверное, да. Сложно, правда, вообще. Ну что ты, Оля, как ты там? Ужас. Мне штаны ползали на паутине. Везде. Так, а где сложнее? Нормально. Мне это страшно, а я думала, еще вот это, которое... Нам надо было что-то такое.
Чего? Старый уже, чего? Такими вещами. Надя, какие конкурсы уже были? Поленница была. Так. Конкурс капитанов. Какое поленница, какое место? 10-е, по-моему. Ага. Конкурс капитанов 5-е. 5-е, ну это круто, да. Сейчас была канатная дорога, нам сказали, ну вы не последние. Это уже радует. Кто-то где-то отдыхал лучше вас. Да. Поэтому я думаю, что еще будем в первой десятке. Судья сказал, можно. Вы что, команда играли? Мы сами спросили, что взятка, не взятка. Ну, как хочешь, я видео снимаю, Миш. Можешь подойти, что-нибудь рассказать, как сейчас выступали. Не хочешь? Спасибо. Стань ближе к воротам, стань. Ваня, Маш, ты что делаешь? И так дышать нечем, нужно. Ты же своими бедами. Куда? Ты куда? А я думаю, вечером я успею, да? Ну, наверное. Ну, уже так десятком стоит, ну, вчера. Надь, снял фотографии. Ладно, уговорил. Ладно? А то. У меня одной фотографии нету. Какой фотографии нет? Ну, со всеми. Ну, рожки мои держи. От Москвы до Камчатки лучше всех. Иван Тараски. Окей, а у него тоже пустая. Видео или фото? Видео, это все. Готовимся к игре. Мы все в защите. А играющие есть? Молодцы, нет. Один? Сейчас 50 грамм выпьем. Или стульчик, иди ко мне, ставь, будь со мной. И пойдем в атаку. Мы медведей пока еще не видели. Где они? А, мы с медведями играем? Ну да. Я надеюсь, что они будут... Я такие... думаю, завтра выйду, да. Как Паша. Вот нам таких футболистов надо было соперники. Зову городка. Я говорю, Пашу снял. Ты лучше скажи, выиграем, Маш? Выиграем? Футбол. Правильно. А сейчас придет. Почему? А что я ему скажу? Скажи, наши сейчас играла в медведей. Скажи, мы выиграли. Сколько там автоматов? 5-0, так? Я, говорит, уже 2 года сижу и не могу понять, зачем столько мужиков ездит по полю. Мне не будет так скучно. Он занят. Что, играем, да? Нет, а мне кажется, они отдыхают. Паша! Давай,
пошел, пошел! Давай, 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 давай! Сколько обчетки мы поставили! Молодец, Саня. Что, гнался, что? Держим, держим, а! Давай, давай! По японской технологии ворота ставят. Молодцы, Саня, дай пять. Молодец. Молодцы, молодцы, все. Лех, ну как там, все в порядке? У него не очень, видишь? Когда мы теперь играем? Саня, когда играем? Ну пойдем, ладно. А смысл? Как смысл? Что значит, какой смысл? Пошли. Ладно, ты сейчас будешь жрать, а мы будем смотреть. Кто жрать? Там суп готовится. Ну флагом-то хоть помаши. Леха, Леха, флагом-то. Ну. Я говорю, я предлагаю следующий матч сразу пенальти. Все равно мы не поворотом. Вы когда уходите в атаку, грубо говоря, у вас хоть кто-то один. Понимаешь, с этим почему трудно играть было? Еще, там такой шоковые. Момент был неприятный. Когда не, не предсказывали. Они да, у ворот встали. А Сашка все. Один остался. Мы удержали. Потом они когда раз передышки. Мы их шлем, блин, и все. Мы их. А главное, чтобы травму прошло. Это где-то нашло. Мали, это сейчас бы комментариями засыпал бы все. Как мы там волейбол играли, ребят. Это надо было идти. Заткнись. Да заткнись, а он. Давай, давай! А вот наливать надо Александр. Какой цвет следующий? А, глубоко! Вот тяжело! Вот как! Я не боюсь!
нет. А нет, подводная съёмка. Скажи, как ты пляшешь. А прыгаешь. Какой? Душонок кермит. Да. Пой песню про лягушку. Так надо прыгать еще при этом, Миш. Прыгай, пой. Жила была лягушка. Как ты поешь? Покажи всем. Так надо. Тебя снимает. Скрытая камера. Пой. Жила была лягушка с гитарой на спине. Забыл. Ты песенку послушай, как в тени в тишине. Жила была лягушка с гитарой на спине. Хотя она умела играть не лучше всех, но песенка имела всегда большой успех. Ква-ква, простая песенка. Любят недаром песенку. От смешных веселых. Потом мы с тобой в монтаже классическая. Молодец. А теперь прыгнуть надо так. Ква-ква. И прыгай, как лягушка. Мы качались, да? Вот так. Нет. Это не для камеры. Давай, это я вспомнила. На почке индинской и желтые вершинки на озере. Видите, последний стал такой. Человек-паук-то поедет сверху. Ага. Я вот так вот, нога с рукой, короче, шел. Да. Как стук, он не стук. Ну давай его как разогреем и с этим вместе. Моя ложка зеленая ручка была. Ну это ладно, сейчас все придумаем. Ой, ребята. А где ваша тарелка, Саша? Да, вон ложка. Да, по какой, ребята. Ты кому? Вопрос. Ой. О, у меня вот эту большую ложку. Вот. Давай, а? Да, ты налил? Да, это моя. Вот. Жара такая, конечно, бензин. Апа, да. Сейчас упадет Леша. Да. Леша, сейчас упадет кетчуп. Конечно. Рома, а что случилось? Маша кабана поймает. Выбирал волейбол. Выбил? Да. Это чтобы в волейбол не играть, он сейчас перебиндовал. Стрелы какого-нибудь кабана завалит. Чего он у него? Ого! Ни хрена, мы с утра, короче, часов 9-10 уже собираюсь в выходные, всех буду. Я уже картошку купил. Допил, кто знает, похмелье не сладко. И глысь, короче, полстакана и понеслась. И в костер пошли. В борщ ее. Ох ты какой это, наваристый борщ получится. В обороне не остаешься. Да, да, тут я играю в волейбол, знаете, когда только раз в год, как раз на турслете. Вот сейчас водку не пить, сейчас сохнет. Жди, давай. Ну вот поэтому больше не мочи. Представляешь, мы к вам приплыли сразу. А, вот так. Во, мы в этом году еще в кругосветку не ходили. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Оставь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Костер. А я велю зажечь костер. Но мы же знаем, что этот остров, не летает. Костер, ведь мы считаем, что этот остров не обитаем. А я. Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худишь, не поел по часам. Oh.
где-то победили, где-то проиграли. Скоро будет вечер, будет песня у костра, конкурс. Отдыхаем, веселимся, купаемся, играем в футбол, волейбол. Я все это дело снимаю на камеру, чтобы показать потом вам. Два человека, давайте сломаем. Она училась на это? Да, ну как эти играют. Давай. Нет, это что-то, там речка. Ну ладно. А с Андрюхи пузырь. Да. Открой, а? Андрюхи тост. Закупи, закупи. Здесь очень хороший тост. Гараж, ездит высококрышные приоры. Нет. Хочу выпить. Сегодня у нашего товарища день рождения. Начал самого главного. Хочу выпить. День рождения. Я хочу тебе пожелать, Андрюх, здоровья. Деньги у тебя есть уже? Семейного благополучия, Андрей. Лёха считает его деньги. Чтобы у тебя все было в семье хорошо. Угу. Остальное все как бы приложится. Ура! 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 На Умыч! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Андрюх и Наумов! Happy birthday to you! Погоди! Иди, я тебя от happy birthday! Следующая команда. Если не сейчас будет пробный сразу. А что, своими? Единоросски меня. Ни хера себе Единая Россия. Ребята, единоросски. Американскими дротиками кидают. И тут Америка. Путину все рассказать. В жизни. Есть. Нет. Попал. А, попал. Пятерку последний. Да мало благ американцев. Сахарный карик. Режет Рома. Пока. Не обижайся. Ладно, верни. Пятерка. Давай ты мне что-нибудь расскажешь чуть-чуть. Вообще тебе расскажешь? Ну, что-нибудь. Устала ждать. Не, давай что-нибудь пооптимистичней. Давай сделаем вид, что я заново. Да ты расскажи что-нибудь. Уйди. И нечего тебе сказать. Сколько брали? Нормально. Сейчас только на вас не стоит. В столовой 40 градусов. Все. Как вы мне все дороги, а? Как вы мне все заедете. Я тебе беспокоюсь. Конечно. Отравление.
Конечно. Доставай гитару. Это если понятно. У тебя сильная печень, у тебя голова меньше болит или вообще не болит. То есть у тебя слабая печень. Главное, чтобы жопа не болела с утра. Мозг, на который работает химия. Химическая трава. Да. Цена. Я очень сильно посадил. То есть ты как же купил на солнце? Там не будет везде, да? Свечки есть. Ну, надо закрытое помещение сделать. Запустить туда жюри, блин. Ну, Валерий, ну, все, нафиг. Ну, иногда, знаешь, что тут неожиданно, она даже не взрывает. Ну, так все так, что я тебе подарил. Серьезно? Да, они не проиграли. Они не жили, она вроде двух ног не жили. Знаешь, аналог. Короче, почему-то мне задолбает. Есть что-то маленькое. Я курил. Опа! Дома уже, да ты завались этим тапочком. Я тебя не уговариваю, самим мало. Отлично. Играем на футбол, спорт. Выигрываем, проигрываем. Это побочный эффект. Это пусть они палятся на самом деле. Мы, главное, старички вышли. Тряхнули стариной, показали молодежи, что мы еще умеем бить по ногам и по воротам. У него звездочки были, правда. Стоящий мужчина. А, у тебя то же самое? Да, ну расскажи впечатления свои. Обалденные. Вот, самое главное впечатление. Там синяки какие-то, да? Да, это я тебе. Ты полосу препятствий проходила же, да? Это прикол синяки. Это она. С удовольствием еще поеду, еще пойду на эту же. Там была полоса препятствий. Все нравится. Что-то повезло с погодой, я хочу сказать, очень хорошо. Хорошо, да? Не нашел. Потому что обещали дожди. Спал, детям дали фломастер. Да, очень. Ну, думал, сейчас мы соревнуемся, пытаясь победить. Немножко не все получается, но Александр у нас пятое место занял. Кстати, да, да, да. Вот, ребята дротиками откидали хорошо. Судья была. Футбол мы одну команду обыграли. Ее, ей же проиграли. Нет, нет, нет. Ей же проиграли в волейбол, но... Но у нас еще все впереди. Все впереди. Видно, что, да, видно, что у нашей команды есть. Володя, я у тебя потом спрошу потенциал отдельно. Потенциал есть? Есть, да? Потенциал есть. Велик. Велик, да. Кто просто тебе скажет? Нам чуть-чуть чего-то не хватает. Туда, ну, наливай. Зачем Володя сбрил усы? Ну давай, Володя, расскажи вообще что-нибудь. Ну-ка расскажи нам быстро. Все отлично. Отдыхаем, отдыхаем, веселимся, да. Доехали в четверг. Вот, видишь, как конструктивно. Отлично поставили палатки. Память выше была. Все красиво сделали. Артем и Миша отказались от баранов. Сушняка срубили. Сушняка утром получили, все. Че, Андрюх, поздравляю тебя с днем рождения. Да, понятно. Счастья, здоровья. С этим типа все ясно. Ну а про турслет? Турслет? Турслет как турслет, да? Хорошо, занимаем места. Не последние, это самое главное. Не последние, отдыхаем. Понятно. Шпокаем Литвинова. Какого Литвинова? И все остальное. Усталость приятная. Миш, как увидел своих друзей, которых не видел некоторых год. Раз в турслет, да? Да, ради этого приезжаем. Почему спросите, если нас спросят, почему мы все-таки делали сладкий стол? Мы приурочим это к тому, что у нас есть в команде сегодня именинник. Угу. Мы будем праздновать его день рождения. Пить чай со сладкими заводами химиката. С химикатами. На стороне пляж. Вот, это самое главное для тебя, правильно? Да. Пляж классный, с песочком? Песочком. Песочек вот. Горячий-горячий, да? Очень горячий даже. Даже стоять, по-моему, нельзя, да? Ну, стоять, вот только прыгать, если стоять на месте, только прыгать можно, а не стоять. Из Волосич у меня есть профессия, как они чего не пели? С командой. Тренги подойдут не мне. Интересная история. Вот последний турслет, когда я вот с командой Эна. Слушай, мне все льет, капец вообще. Да никуда будет. Вы хотели впереди вот эту землю. Нормально. Пусть это будет так. Умные люди догадались сами, Денис. Ну, может, не полностью, да. Начнем с Африки.
Вот это наша земля в миниатюре, в виде дыни. Африка, Европа, Азия, Австралия. Вот здесь Новая Зеландия находится, она не поместилась, я туда уеду потом жить. Там лучше всего жить. И вот она, Америка. Я ее специально не сделал, красиво не делал, потому что она мне не нравится. Все, ну давай я просто кручу. Вот так вот. Нормально? Да. Все, и тут вот мы. Вот тут. Если очень сильно приглядеться прям. Прям вот здесь. Там снежинки что-то там не плячут, знаешь, там по горам. Эх, розовые это рудики 62 размера. Вот где у него кнопочка находится, да? Жил-то был Иван дурак. И не потому дурак, что был умом не богат, а потому что лежа на печи о делах рассуждал. И была у Ивана мысль жениться на царской дочке. Что делать, как быть? Не пойдешь и к царю в старом кафтане сбаться. И потому решил Ваня по имейлу письмо отправить, что, мол, так желаю жениться на вашей дочке. Не дошло письмо, видимо, не ответил царь. Еще немного подумал Иван, поморщил его и решил он к реке пойти, ловить там рыбку золотую, чтобы она его желание выполняла. Пришел Иван к реке, и удивительная картина ему представилась. Нет реки, завалено все отходами да отбросами, луж с мазутом и воды нигде не видно. Ходил Ваня, ходил и нашел таки одну заводь, где водица была, смастерил из подручного хлама удочку, да и забросил. Час сидел, два сидел, не клюет. Бросил Иван удочку и начал руками ловить. Долго ли, коротко ловил, да поймал ботинок, говорящий. И говорит ему ботинок: ты, Ваня, отпусти меня, я твои желания исполнять буду. Отпустил Иван ботинок, бесполезен он был. Без пары, кто такой оденет? А желание все-таки загадал. Желаю, говорит, чтобы царская дочка за меня замуж вышла. Всплыл ботинок и говорит: ты что, Ваня, с дуба упал? Ты мне такие желания загадываешь. Я ведь только могу за водой сходить, внутрь зачерпнуть, пинка кому дать. Но в сердечных делах, увы, не помощник. Загревал Иван, говорит ботинок, а совет это мне дать можешь? Могу, говорит ботинок, ты, Ваня, бизнесом займись, экологическим. Оторопел Иван, не понял я тебя, каким экологическим, говорит ботинок, утилизацией отходов. Эх, была не была, займусь, сказал Иван. Много ли времени прошло? Да только построил Иван завод для утилизации отходов и денег заработал на кафтаны и на сапоги, а речку почистил и мальков туда запустил, рыбью. Жениться Иван не передумал, да только к соседнему царю посватался и отказа не получил. Свадьбу сыграли. Вот только забота у Ивана прибавилась. Засоряли люди реку по старинке, носили все, что дома не нужно, и выбрасывали. А ему уже и жалко было трудов своих. И загадал желание Иван, кто будет мусорить, пусть ботинок говорящий слегка пинка нападает. Согласился ботинок, пошло-поехало, все вокруг чисто стало. И только иногда слышно, как кто-то крикнет от пинка болезненно. И зажил Иван счастливо, да только вот четвертая рука у него все время чесалась. К деньгам, наверное. На данный к этому мероприятию мы подготовили вам. Завод построил бы все-таки. Да, завод. Построил завод. На заработанное, да? А это на заработанное. Да. Только он в четыре руки его строил. Зажигалку, да? Это у нас земля. Ура, ура. Кстати, все мучники, даже острова сейчас. Лично вырезали. А, не горит. В общем, ногти я только подожгла. Да, в общем, как бы земля в опасности, да, в огне. И поэтому
не будь вот этими заводов, которые мы здесь настроили, которые засоряет наш Артем. Видишь, дожди. Мне, кстати говоря, тоже больше всего захотелось на радиационную штуку. А это же вы имеете в виду? Артем, такой роботровый, который дымят и засоряют нашу экологическую. Маша, Маш, скажем так, дети подготовили наши еще стихотворения. Маша, давай, начинайте. Есть в природе равновесие, нарушать его нельзя. Это в жизни очень важно для тебя и для меня. Чтобы было равновесие, надо с вами, вам, друзья, не выбрасывать отходы и не загрязнять моря. Меньше ездить на машинах и пускать из фабрик дым, чтоб не летали в атмосфере и не делали там дыр. Меньше фантиков, бумажек ты на улице бросай. Тренируй себе ты ловкость. Точно в урну попадает. А когда захочешь кинуть ты бумажку не в корзину, ты подумай о природе, нам еще здесь жить как вроде. Ура! Так, молодцы. Давайте. Я 4 руки. Дай. Я тебе А у меня есть. Кстати, я жму. Не-не-не, вы больше не режьте. Хорошо, ребят. Если мы тут начнем так быстро и много. Так, это ядерные. Ядерные, да. Блинный попробуй. Не, ну кроме четвертой руки ничего не будет. Да. Блинный попробуй. Блины-то свежие. А, давайте. С мешком. Дети, молодцы. Просто умные. Три ребенка. Спасибо. Вам спасибо. Можно я сейчас попробую? Конечно, нужно. Тебе какой тортик? Что ты писку держишь? Иди пописай, если хочешь писать. Не рубите, мужики, не рубите. Не губите дерева, не губите. Ради гнездышка грача, не рубите сгоряча. Не рубите, мужики, не рубите. А я здесь. Нифига себе! Все, пошли! Еще раз давай! Алло! Молодец, надо сравняться. Он поймал мяч. Коля! Лёха! Давай!
на сцену. Любили на сцену. Маленькая страна. Ну, это, собственно, автомобиль, в котором я буду спать. Ну, я приготовил себе такое спальное место, вот это руль, в общем-то. Здесь мое все фото. И такая уютная моя кровать. Сейчас 10 часов вечера. День продолжается, я обгорел. У меня нос обгорел, здесь не видно, правда. Вот. Как бы опять участвовали в конкурсах, сейчас репетируется песня. Было очень приятно, к сожалению, я не успел ее снять, очень жалею об этом, но, в общем, песня была хорошая. Вот. Я ее постараюсь потом как-нибудь что-нибудь с ней придумать, ну, вряд ли, я уже ее повторить невозможно. Вот. Ну ладно. И второе, сейчас объявили штормовое предупреждение, через там несколько часов может быть очень сильный ветер, поэтому мы сейчас будем собирать все шатры. Вот. Потому что у нас все шатры на это же могут снести кедренифени. Ну, а потом, наверное, все-таки конкурс песен начнется. Все, на этом заканчиваю. Пока репортаж. Может быть, следующий репортаж будет прям с этих, с ураганом. Ну, ладно. За победу! Юль, я 22-го года вообще еду. О, дихлофосом, да? Не дихлофос, дизель. Да это дизель! Ой. Одно лицо. Там Денис! Надь, ты что, машину сменила? Не глядя? Нет, глядя, как королевишна. Пик-пик. Чувствуешь, ты жестко? А ты плавнее делаешь? Владимир, вы музицируете? Ну, а аккорды? Гусляр? А аккорды? Так. Я за тебя стою. Свободные минутки? Да, вырабатываю. Что ты вырабатываешь, боюсь спросить тебя, честно говоря. Электричество? Или отходы одни? Гроза. Гроза? Да.
Я не слышу, а где ты слышишь? Ну, да. Объявили штормовое предупреждение со всех сторон. Ну, в общем, пошел дождь. Пока еще, конечно, не ливень, но дождь. Пока сидим в машине, кто-то в палатках. Вот так. Ну, кстати, судя по крикам на поле, там все-таки ничего не отменяется. Мы спели как мы можно? Могли. Хорошо. Именно с той командой, с которой мы состязаемся, именно эту песню мы захотели. Ну что ж, теперь все без песни. Никак. Наши соседи. Или наши песни. В оригинале. Но спели. Прямо перед нами. Ну что, ребят, давайте. У нас сегодня... У нашего друга товарища день рождения. Во, хоть да. Поснимаем. День я. Мы ему желаем. Стой. Мы ему, во-первых, желаем сделать хороший фильм. Да. А вот все то, что он здесь Самое главное. Ну и там здоровье, как и поэт. И по этому поводу так сейчас тихонечко. И вот медведи нас не подслушали, и там остальные и не украли. Андрюшенька, мы тебя дружно хэппи бездаем. По очереди. Подходи. За что? Приготовить. А за Андрюху? Да. Оригинальность и ну типа. А у нас массовость оригинальная. Культурная или как это назвать, не помню. Основа, а сзади будет как подпевка такая интересная, знаешь, как вот на концертах. Не такие актуальны на тему именно, на тему. Вот это вышло там, которые они плясали что-то там. Вот танцуй, да? Получилось, что пел только Саш, грубо говоря. И рядом три человека. А в прошлом году так имеет значение, что ли? Ну я думаю, что да. Только мой удача, награда за смелость. Пусть первое место сегодня займем. Ну мы и были лучшими. Андрюх, да. Мы сделали хорошо. Знаете, кто хорошо выступил? Литвинова. Ну, по экологии, в тематике. Опять? У них, да, кстати, они сделали красиво. У них под Москвой водятся лещи. Обалдеть, Рух! И мне налейте! Мишек маленький, да? А в Подмосковье вводятся клещи. По этому поводу надо вот так вот тихонечко. Короче, сейчас мы возьмем и как... Где-то ее Даша зовут, а где-то ее зовут. Во всех медведей. Макс, а кто с Литвиной играл потом? Давайте. Кто с Литвиной потом играл? Артур худший точно. Однозначно. А ты знаешь, у меня есть сосед по палате, Ром. Я хочу с папком. Во. Банан. Да вот из-под тяжка снимаешь, не надо. Что такое тяжки? Да там вообще не надо. Нет, там чуть-чуть. Сзади. Нажми на тормоза! Пока еще не поздно нам сделать остановку. Бубочку глядел на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. А там, где ты уже не знаю, как скучать по этим призрачным утрам. Цветет сирень, играет музыка, бежит по рельсам праздничный трамвай. Летят воздушные шары, и чья-то девочка кричит: не улетай. Что там за полиция идет, мигает? Это... Что? Скорая. Полиция.
Ну что, слушай, вообще приятная новость. Провалилась сцена, все жюри ухнули. Да ладно! Что касается выступлений, помимо нас, в принципе, очень хорошо спело две команды. А, Литвинова. Да, вот ты говорил, Литвинова и Атланта. Ну, честно, насчет вот этого солнышка я не понял. Вот те, которые пели под гитару, мне понравилось, молодцы. А вот солнышко я не понял. Так, ну что, лохматый? Да. Так, давай, говори, что ты пришел-то? Не было тебя. Снимаешь? Давай вот этот исторический момент, смотри. Поздравляю. Снимайте, что встал сейчас. Спасибо. Мне 8 года. Да нормально все будет. Да я видео снимаю, Ром. Видео, да, с днем рождения тебя. Мой любимый человек, мой маленький названец. Не получилось сделать это микрофон. Но сейчас я поздравляю тебя, желаю тебе всего самого светлого, наилучшего в жизни. Блять, чтоб ты не уходил от меня. Я тебя поймаю. На том слете в следующем году, если мы год не увидимся. Вот. Андрюха, всего самого-самого крутого в жизни тебя. Спасибо, Рома, спасибо. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Я ору, Наумов, я все... Да, знаешь, слышно, оборал... как было. Все точки. Слышно. Андрюха, слышно. Я в поисках тебя спел песню караоке. Так. В другом лагере. Я спел Михаила Круга. Ты смотри, тебя записывают, тебя записывают. Да пусть записывают. Я спел песню Михаила Круга, которая называется «Тишина». Тишина, я спел «Тишину». Тишина, эти свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Ля-ля-ля-ля-ля. Это все в поисках Наума. Они говорят, проходи, еще споешь. Я, короче, спел песню. Ору, хожу дальше по лесу. Наум. Я уже сюда пришел, а все молчат. Я здесь ору, Наум. А ты слышишь, что человек ходит Наума, ты еще. Хоть кто-то знает Наума, должен крикнуть, Наум где-то здесь. Проходите сюда. А я искал Наума, блядь. Рядом с столом кричу. Друзья Наума. Они молчат. Я вот здесь ору, Наум, смотри. А здесь друзья его сидят. Они молчат. Почему? Подошел, я сам их увидел, нашел. А они говорят, Наум, наверное, здесь. Наум, где ты здесь? Наум, кто видел Наума? Нет, говорит, в машине спит. Иди постучи ногой, блядь, сигнализация сработала, он проснется. У меня нет сигнализации. Вот. Ну, Наум, кто видел? Ты видел Наума? Наум! Короче, Наум, я полтора Наум! Часа. Наум, я Наум, ищу, ты где? Ищу в лесу полтора часа тебя и уже спел песню, блядь. Смотри, ну круто все. Пока тебя искал. Наконец-то я нашел Наума.
в этом загадочном лесу. Это был первый человек на Чкалске, которого я узнал. Он пришел продавать мне кассеты. Это 10, 20 или 30, или 30, или 30, или 30 лет. Да, это лет 40 назад вообще. Это были кассеты для... Для Спектрума. Приходит с пакетом вот этот компьютерные человек. Игры. Купишь? Я прикинь, его купил. Хорошую спутницу жизни тебе бывает. Которая тебя будет вдохновлять, вдохновлять, которой ты будешь просто в восторге. И она, чтобы самое главное, бывает тебе в восторге. Просто желайте, у тебя есть все. Давайте, мужики! Вот, смотрите, 25 километров за город. Туда-обратно уже Балтийский. Вот уже два раза съездил, вот я по километру. Сейчас рубли прогорят, дожарим мясо, а потом можно костер жечь. Два часа назад пришел мужик и спросил. И все по дороге лагеря обходили, искали Наума. Круто. А где был Наум? Ну, нашли хоть в итоге-то?